Друзья, привет! Сегодня 11 октября 2020 года. Хочу вам показать актуальную погоду на сегодня. И, кстати, хочу передать привет Денису Стоянову. И также Денис Стоянов просил меня передать своей жене. Вот. И Денису, и вашей жене привет от Сергея Петровича. Вот. Они живут в Тагиле, как он писал. Сегодня они вылетают, и если повезет, возможно, мы встретимся в нашем отеле с ним. Вот. Ну, друзья, давайте сейчас я переключусь на основную камеру и посмотрим. Кстати, сегодня волны уже поменьше. Кто вчера мою трансляцию прямую смотрел, то видели, волны были больше. Но купаться можно было, и мы вчера классно попрыгали на волнах, классно, весело. Если кто не смотрел мою прямую трансляцию, посмотрите, она уже доступна. Вот это, друзья, наш отель MC Arantia Resort. Пляж песок. Время 9 часов 45 минут утра сейчас. С утра народа еще не так много, народ через часик подтянется. Но лежаки всегда свободные, друзья, есть, не проблема. А вот и наше море. Можно сказать, волн особо и нету по сравнению со вчерашним днем. Вчера еще ветерочек был, сегодня ветерочек не такой уж и сильный. Но бывает море вообще почти штиль. Но в основном море спокойное, друзья. Два дня только было, когда купаться было, ну, можно сказать, только так помочиться. Это вот мы когда 28-го прилетели, 29-го и 30-го были очень сильные волны, ну, не купались, а мы ездили на экскурсии. А остальные дни можно было купаться хорошо, комфортно, удобно. Поближе. А, кстати, вот видите, песок здесь как, какой у нас. Можно посмотреть, какая у нас вода сегодня, чистая или нечистая. Ну, когда волны, конечно, вода помутнее. В принципе, нормально. Тут при заходе галька есть. И в некоторых местах еще большие камни. Ну, как бы. Поэтому, когда заходите, аккуратненько так. В некоторых местах есть. Но я вроде ноги ни разу не отбил. А так, в принципе, пляж хороший. Кстати, на ресепшене маски можно брать бесплатно. Мы сначала маски с собой привезли из России. Вот. А потом узнали, что на ресепшене можно брать абсолютно бесплатно. И, в общем, мы это, их не расходуем, а пользуемся отельными масками. Сюда, кстати, уже человек 7 или 8 уже, благодаря моим видео, прилетает в этот отель отдыхать. Некоторых людей мы уже видели, здоровались, нас находили. Слова благодарности от них слышали. Большое спасибо, что вы так подробно все показываете, рассказываете. Мы сюда приехали, уже все, уже знаем, где что, чего находится. Благодаря за полезную, актуальную информацию. Вот. Ну, а завтра где-то ориентировочно в обед мы должны улетать, если перелет не передвинут там на более ранний срок или на более поздний срок, то вот ориентировочно должны улетать. И поэтому, если
улетаем где-нибудь в обед, то я еще завтра, друзья, сниму актуальную погоду. Она будет актуальна для тех, кто собирается приезжать не только в наш отель, где мы живем, но и вообще вот в Аланию. Погода хорошая, теплая, море теплое. Так что можно тут часами плавать, друзья, и не замерзнете. Как вы видите, людей очень много купается. Было бы море холодное, так на расслабоне люди бы здесь не плавали бы и не общались бы. Когда приеду домой, я уже сделаю полный обзор отеля. На видеокамеру я все заснял. Все-все-все, там завтрак, обед, ужин, территория отеля, номер отеля. И так далее, это все, друзья. Когда приеду, выложу. Ну, это во второй половине октября уже это выйдет видео, полный обзор отеля. Так что недолго ждать. Кому интересно увидеть все подробности. С лежаками проблем здесь у нас нету, всегда есть свободные. Единственное только, что бунгало, как правило, всегда занято, редко бывает свободные. Угадайте, друзья, кто это ко мне задницей лежит. Дрыхнет мой сурок. Это сурок Светлана, знакомьтесь. Доброе утро. Не сгоришь, сурок Светлана? Ну что, тепло тебе, красавец? Шубка не нужна? Что говоришь, зайчик? Заканчивать? Ничего не хочешь рассказать нашим зрителям, а, зайчик? Это не прямая трансляция. Нет, это не прямая, это запись сделаю. Сейчас запишу и выложу видео. Не хочешь очки снять, показать, как, какие у тебя красивые глазки? Нет, не хочу. Почему не хочешь, малыш? А, зайка? Зайчик, вопусик. Что-то лопусик у нас сегодня прибалдел на солнце, и ему даже лень разговаривать сегодня, видите? Балдюнчик Света. А, балдюнчик Света. Сереж, ты делаешь обзор погоды моря? Что ты ко мне прислал? Сегодня делаю обзор Светланы. Друзья, кому понравился обзор Светланы, лайки, комментарии приветствуются. Люди загорают. О, кто-то в купальнике, кто-то в одежде.
Такой у нас большой, широкий пляж, друзья. Места всем хватит. Аланя вас ждет. Приезжайте в гости. Опа. Ну что, друзья, тогда-да, будем заканчивать нашу видеозапись. Вот, показал вам, какая погода на сегодня. Вот, если вам, друзья, не сложно, подпишитесь на канал, кому нравятся мои видео. Нажимайте колокольчик, когда подпишетесь, и выбирайте все уведомления. И тогда вы не будете пропускать мои новые интересные видео и прямые трансляции, где сможете задавать вопросы онлайн. И делитесь в социальных сетях моим видео. Как бы вам, как говорится, вас не затруднит, и мне будет приятно, и больше зрителей будет у нас смотреть и видео. И также, если пригласите побольше ваших друзей на мой канал, мы в прямых эфирах, в чатах сможем с вами общаться друг с другом. Также вы можете в моем чате общаться как бы со своими друзьями и другим людям вопросы задавать, ну и нам. Вот. Ну, что еще вам сказать? Если кто хочет еще забронировать тур в наш отель, там, в Алань или куда еще, у меня есть под всеми видео ссылочки. Вот, под каждым видео полезные ссылки для путешественников. И раздел о канале еще есть на YouTube. Вот. Я по своим ссылкам всегда бронирую перелеты, отели, туры, круизы, страховки. Страховки от COVID-19. Все на моем канале есть. Проверено годами. Вот. Никакого обмана нет, поэтому смело бронируйте. Я сам по ним бронирую и езжу. Причем очень удобно. По моим ссылкам, вы когда попадаете, всегда большой выбор. А, допустим, перелеты, там много-много всяких авиаперевозчиков, и вы выбираете самые выгодные для вас цены. То же самое с отелями, с турами, круизами. Поэтому решение за вами. Ну и страховки очень дешевые по сравнению с другими. И страховки, кстати, тоже можно онлайн оформлять, очень удобно. Вот. Ну, если завтра повезет, мы, как говорится, рано утром не улетим, мы должны, по идее, где-то в обед уезжать, то я завтра вам еще это видео сниму, актуальную погоду на уже 12 число. Давайте, друзья, до новых встреч, спасибо, кто досмотрел мой ролик до конца.